Условия надо дарить ему Ашиму. Флот варпаем на Клагоре. В ноль. Но ты бежишь до хода Зека и чекаешь гейт Респрока. Нам надо знать, насколько там большая толпа. Клагоре, Зелот, Иштар, пробки, подскан и Во. яйцо. Ищу. Кого на тех скину? Это там? Не, это не на фарме. Двадцать четыре джампа далеко, а я бы зарубился. Погоди, Зилу подскажи. Зилу и Штар. Я знаю, я ищу их. Объектов их нет. Значит, босс. Мне обязательно, может, маячок? Маячки ты видишь открытые? Я Нет. тоже нет. Все. Значит, надо создать. Ну, палатку сразу. Тут сигнатуры есть, мне кажется, они крабят. Здесь есть несколько постов, они могут быть на постах. Ну ты в реке посмотри, есть или нет еще. Снил, я уже ухожу, посмотри, есть ли в реке. Угадаешь? Есть. Да. Так, чек, когда зэка? 2 в пермоагре, локал 10, 11, гайка Ресброк. Сейчас прочекаю. Атик, немало на самом деле. Разделяй властвуй. А, флот, проходим в Клагоре, варпаем на Ходозека. Так, ну еще раз, что там? 2 в термоагре, локал 12. Отлично. Гейт Ресброк чист. А, мне надо шаттл, простите. Там есть еще один гейт. Адар, я в курсе, ушел на Адар. Отлично. Легион Локи Астартов. Неплохо. Отлично, найди. Они Или... на гите, я походу. Сейчас, секунду. Скажи, И... какие? Да хрен, они не гите. Ищу. Около станки они не дадут, как обычно. Астарт около станки. Она все скорее белая. Как я другие гиты не достаю, значит остальные все скорее на поясе. Около гита Ардарок нет. Объекты А какие-то. стоп, стоп, стоп. Они на гейте Ардар, у меня загридовый спот. Гейт Ардар. Все скорее не красный, варпаю в сотен, сейчас проверю. А, так это те чуваки. Легион Локи, в инсте Ардар. Красный, в пермоагре. Ну это Шадо Картель, ну чё ты. На кону кто? Да по мне хоть... Короче, надо по-римски. Разбирать козлов. Все. Обожди. Плот, прижимаем гейт Ходозека. Зиолот, не наш. Ты хочешь с них агру взять? Ардар ты хай. Ой, ну то, что они кемпят, это хай. Если они вырвутся, они сдохнут чуть более чем сразу, не? Ардар это ага. Лоу. Ну что, можешь провалить, посмотреть, что с той стороны? Давай. У них тынка, если что, смотрите, в кого сильно не лезть, не лезть. Понятно. Так, у нас только один дампер, да? Вообще было два в теории. Два.
Круто. О, снил. Ты смотри. Так, с другой стороны все чисто, локал двое, и это не Shadow Cartel. Локал трое, но... А, один есть Shadow Cartel, остальные двое какие-то лохи. Надо их бить, короче. О. С этой стороны... Хорошо, понимаю. Хорошо. Так, Се, проходишь, варпаешь в ноль на гейт Ардар. Пока Се. Нет, Се выживет. Вот, нет. До свидания, Сью. Так, локал плюс один. Сколько варпать? Это не шадо. В ноль, в ноль, в ноль. Валер, добавь меня в watchlist и следи за моими ХП. У меня залагала панель капаситора. Тогда точно прощай. Нет, 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 нет. Так я вроде не на логисте, что мне следить-то? Просто будешь смотреть, если я буду просаживаться, скажешь отварпать. Ты не на логисте? Ну, ребят, пока здесь локал четверо и все нормально. Есть Shadow Cartel. Интересно, зачем туда варпаю вообще? Особенно на Целестис. А у нас есть Целестис. Круто. Будет провал просто. Так, все, скорее они сейчас будут убивать Индус, ребята. Индус прошел. К вам в хаду Зеко. Что делать? Предложение. Просто постой. Типа напиши, чуваки, а я давайте типа с вами. Да-да-да, флот, плиз, да. Секунду, у тебя телефон. А, провались к ним. Ну, кстати, провались. В капцепи. Я знаю. Провались. Провались, поздоровайся. Да, провались. Всем уже. Капцепи. Пока. Плохо. Пока-пока. И втопи обратно на МВД. Маулус. Так, второй Целесис, проходи. Маулус. Провалился. Ага. Ах, я не тебе... А. Маулис красный прошел план. Блять. А. Блять. Проход. Так, Валер. Да. Проходишь, варпаешь на гейт Ардар. Вообще, Валер. Так, Се. Да. Объект онлайн бродкасте, вытягивайся на оптимал. Антик, ты проходишь, тоже варпаешь на Хадазека, ну, ой, на Ардар в клоке. Ты не проходишь, ты сейчас, онлайн, бродкасте, ты вытягиваешься. Окей. Нас любят. And you, на обосню Эсвел. А чё такое Эсвел? Осел, господи. Вот сука. Типа крутой чувак, Нео, ты крутой. А, ладно, я крутой. Так, ну чё, я на Ардаре, тут голяк. Что, реально? Абсолютно. Рисовали. В рейсовано и всё. Я бы со... Моя лась испугала. Асвел это хорошо, осел. Короче, знание английского у кого-то крутые. Асвел вообще не переводится. Надо читать нормально. Асвел это вообще ни о чем. Асвел это осел переводится, все правильно. Эшел, если правильно прочитать. Возьмите во флот. Осел. И? Нет, это другое вообще.
Вот, вот. Освоил. Ну, это я думаю, что как раз Ashel and Well просто соединили в слово. Да. Нет, и ты тоже. Свел. Да. Да, это... Ты тоже, типа, плохой. Да-да-да, Спейс. Они нам не дадут. Они дадут. Ох, как дадут. Так. А еще до того, как мы вывелись, кто сказал, что здесь Shadow Cartel? Анг. Анг. Ну, тут и был. Да. А, я понял. Да, хотя нет. У них тут глаз дохерища. Да? Их трудно взять за жопу, да. Они чуть примолись на шухере, они сразу отварпывают. А в крайнем случае, они цинку палят, и если доскидываются, очень много говна разного на Т3. Даже там... так? Да. Сюда просто Арчел падает, как бы, это не первый раз. В прошлый раз не с ними это было? Хорошо, Се. Переварпай на гейт. Дотянуться до него можно. Надо в ноль, Се. Затоплю. Мне так, кажется... они ушли из Ходозека. Интересно, они просто в логов вышли? Потому что все гейты... Ребят, у вас проход был? Нет. Хорошо, тогда проходим в Ходозека. И варпаем на Резброка. Все остальные тоже? Да, все проходим в Ходозека. И варпаем на Резброка. Ну, чекни, что там. Я вообще... А где я? Антик, Антик. Не странно, что персонаж, которому день только, просится в PvP-корпорацию? Я таких беру. Вам уже слива засылают. Слива куда подальше. Линканите хоть. Поржу. Да ладно, чё, ну не хотите шпиона брать, вам скучно будет житься-то вообще, блин. На самом деле. Даже без шпиона, да? А у вас обносить все равно нечего. Зато у него уже статус минус 0.1, о чем вы? Дружный чувак. Первый день и уже минус 0.1. Надо брать. Надо, надо килбарду сначала пошарить. Откуда у него это 0.1? А красный Маулюс на гейте. Вардар, прошел Вардар. Да что ж такое-то, блин? Ну да, первый день. Кран, бля. Кран завалил? Крутяк. Просто ради нет, прикола нет, нет. В поиск введите этого Овнера 69. Я ввел, его там нету, но там братьев его. Да, это все один персонаж. Так, ну Резброк. Нет. Сейчас, хорошо, флот, проходим варпаем на гейт Хрор. Хрор, это хаи. Я знаю, а ты идешь в Аундер. Флот варпает на Хрор. Проходим варпаем на Хрор. Боится, идут там кемп? Нет. В хаях кемп? Да. Я очень боюсь. Структура на подскане. О, блин. Была в проварке. Надо искать, короче, структуру. Антик, ты предупреждай. Выходи, Ваунер, Нео. Ты не будешь искать структуру? Ну ладно. Антик, я вижу у тебя хорошее настроение, да? Так, тут, короче, локал 9.
Комбатки на подскане, корки на подскане. Отлично, значит, они кого-то ищут. Угу. Эмикус. Солнце больше никого не сканется. О, я Эмикус нашел белый. Но я не буду его убивать. Он добрый. Откуда ты знаешь? Я точно знаю. Где ты его нашел? А он убежал маленьких детей. Он мучил котят. Убей его. А солнце в системе умер. Давай я его заводим. Давай, лети. Я уже на него поинт не положил. Потому что с неба на сами включил. Нашел в чём не обвинить, да? Я положил поинт. А что ты его не убиваешь тогда? Потому что, блин, Галатурели его не убьют. Почему? Вот это Галатурели, у них нет трекинга, фолов, а вот это вот всей этой... Ладно, забей. Летай на кровле на мальке уже. Дес в бродкасте. Последний Дес, надеюсь, убьемся. А, ой, я неправильно Дес дал, извините. Там не убьемся, да. Кстати, там никого не было, ни в Рансе, ни... Да? Ну. Нео, чекни, что там творится. Если нет, то собираемся в Хеке, а потом... Фритовер. Сука! Что? Тебя Имикус поимел? Нет, он стабованный. Бля, я зря ворвал. Зря. Флот, выходим в хоррор. Так, куда лететь-то? Атолл? Нет. Ну, в бродкасте, да. Атолл. Блин, через ХАИ, в Саспекте. Ты Цептор. Так что делаем, останавливаемся в Хеке или как? Мы в Хеке останавливаемся, да, летим тревел модом на Хека, последнюю систему чекаем, если нет ничего, то... Каракал на подскане у вас в системе, проварка. В хроре? Ауне. А, только мы через другую систему. Да, Антик, ты прав. Вот последняя, хотя два пункта одновременно. В Атолу сегодня было тихо, я там летал. Ну, а сейчас там что-то есть, так что чекни, что там творится. Если там ничего нет, то флитовер, потому что... Не знаю. Потому что я туплю, потому что я хреново развожу и так далее и тому подобное. Короче, я спать хочу. Просто людей мало в деле сейчас. Да? Негде найти зарубку. Практически. Сезон такой. Флитовер. Нет, нет, мы сейчас варпаем на АТО, собираемся на гите АТО, если там никого нет, то флитовер. Сейчас я уже варпаю на хек, потом скажу АТО и вам говорю, кто там есть. Скажите секунду. Хорошо. Эх, вексер мамонта я всегда узнаю. Вообще шипы мамонта. Китайским иероглифом? Да. Да, и разговаривает он так же. А то... А, ну ты сам все видишь. Что тогда ты меня просишь чекнуть? Ну я думал, ты быстрее будешь, ну ладно. Ну, в общем, где-то это все есть. Где-то это все хочет. Да? В системе ищу. А, я варпаю на Миро и Тем. Угу. Смысл Джила. Ратфию? На подскане Джила. Найди.
Это невозможно. Невозможно найти Джилу? Я думаю, это сложно. Не боится. Да ладно, я Джилу чуть не распилил на... Ну ладно, Валер, я не буду вспоминать. Я знаю, что для тебя это. Стаберфлит еще. Где ты увидел? На подскане. На подскане там все есть, а где они? Джилла была, и вот хрен знает, проварки. На посох сидят. Может быть, конечно, они же испугались, но я бы пришел. Движение тут хорошее. Ага, сейчас нас тут каталисты распарят и все. Суицидут нафиг весь флот. Сайбер 2000 еще. Походу крайне духает. Ну давай, я... А я... Варпа нафиг. Стабер сейчас, проходить. Стабер 2000, походу, белт 2-1. А вот и хрен. Варпал. Да, он был ты крайне. Только Стабер что прошел. Нет, обычный? Куда... Обычный. Белый обычный. А ты куда тварку снял? Был ты крайне, точно. Я ему не дам отварпать. Да, ты убежал? Так, он отварпал. Мы не дам отварпать. А, он на спот отварпал. Так, какой ты билд говоришь там? Поздно, поздно, я сюда приварпал, вот здесь уже нет. Он, это, переварпывает, крабит билты. Какой билд именно? Назови. Сейчас, ну, то есть, был 2-1. Он в рейке есть, он крабит. Хорошо. Крабит. Крабит. Господи, таким флотом гоняемся за стабером флитышью. Че у тебя там бонусник, а он еще не прошел? Так, ребят, сейчас к вам Гила пройдет. Кто хочет, может поймать. Поехали. Да. Кто хочет, я же сказал. Что? Это правда? Да. Серьезно, правда? Да, вон мрак висит. Залутайте у него флит, ой, эти федерейшн сетки. Серьезно, антик умер? Сейчас линкану. Он пишет, что нет. Он, блядь. Да пусть он пишет, что хочет. Вот, в корпке лаха есть у него его килл, луз, то есть. Пошел на мировайтом. Антик, это было слишком много фантазмов. Я вот смотрю, это было слишком много фантазмов. Одну ошибку. Не, а может быть андок, док? Может быть, попробуй. Ну нет, ты же здесь, я пошел в Ламаден. Давай. Мне кажется, захотят. Ламаден, локал один, печаль. Иду на Мирайку. Что ж, ладно. Попробуй. Ребят, последний. Всем спасибо за флот. Флит овер. Спасибо. Какой-то бред сегодня творится. Да, да. Это не переживай, а такой бред уже месяц последний. Спасибо за флот. А, ся, линкани, пожалуйста, Анху. Что? Что... Есть нормальные люди, они летают, и можно зарубаться с ними. Я знаю,
Что именно ты хочешь, чтоб я линканул? Я много чего могу линкануть. Позавчерашнее. Сейчас, минуту. Да видел я на КБ. Как вы там посливались. Лучше не надо линкануть. Ну, мы же летаем. Ну, мы же летаем, так что... Да, нормально. Ну, видишь?